и из Белоруссии, поэтому прямой связи да, но Владимир с Вольфович. Отношением Грузии к вступлению России в ВТО и проблемами, связанными с каким-то экспортом в Россию, я думаю, нет. Рычагов достаточно у России, чтобы повлиять на Грузию и получить от нее нужное для России решение. С винами, без вин, с таможней, без таможни. Решение будет найдено. Об этом договорятся в Вашингтоне и в Москве. В Брюсселе и в Китае, в Пекине. Только 4 столицы в мире. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин. Все, 4 столицы. Больше никто ни на что влиять не может. И лишний игрок в международных отношениях. 4 столицы всегда договорятся. Обама, представитель Евросоюза, Медведев, представитель Китая. Все, они вчетвером договорятся. При этом китаец приедет в Москву, согласится с позицией Москвы. Европейцы приедут в Москву, согласятся с позицией Москвы. И американцы приедут в Москву, как Байден сейчас был. И обо всем договорятся. Проблем нет. Все решают только 4 столицы. При этом Вашингтон не имеет будущего. Америка искусственное государство рухнет. Европа старая, так сказать, уже континент, который никакой роли не играет. Китай на пороге взрыва. И остается космическая держава Россия. С огромными деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, всплеска, луча какого-то лазерного, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. А может, вы нам подробнее расскажете, как вы собираетесь это делать? Все остальное. Вот цунами сейчас в Японии. Вы курилы хотели? Вот вы будете разбирать обломки всех ваших зданий. И сдохните все 120 миллионов, если вы еще потребуете курила от нас. Так и все остальные пусть подумают о своем будущем. О своем будущем пусть думают. Тоже мне еще грузинские вина и там какие-то наблюдатели. А не хотите, чтобы забыли слово «Грузия» в мире? И будет русско-турецкая граница. Вот подумайте, пускай Саакашвили об этом. То цунами будет другое. В другой части. Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине, и на межконтинентальную дальность. Со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Кстати, условные наименования, эти Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Это очень грозное оружие.
силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. We have located up to four victims. Four deceased. Four deceased. So we have to remove some of this piece by piece. It's very unstable. Our heart goes out to anybody that was that's been impacted by this. Being a dad and a grandfather, you just hope this would never happen to anybody in your family or any family that you know. In my case, any family in this state. I know everybody is working hard to make sure that we.
старая, так сказать, уже континент, который никакой роли не играет, Китай на пороге взрыва. И остается космическая держава Россия. С огромными деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, так сказать, всплеска, там, луча какого-то лазерного, там, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. А может, вы нам подробнее расскажете, как вы собираетесь это делать? Все остальное. Вот цунами сейчас, Япония. Вы курилы хотели? Вот вы будете разбирать обломки всех ваших зданий. И сдохните все 120 миллионов, если вы еще потребуете курила от нас. Так и все остальные пусть подумают о своем будущем.